Всем привет. Ну что, попробуем? Попробуем разжечь Калиман. Колман 502. Первый розжиг. Фильтр вороночка. Очень рекомендую. Бензин Нефраз Калоша. Ну что, накачиваем. Для этого откручиваем насос, затыкаем его пальчиком и делаем. Закручиваем. Дальше у нас регулировочный клапан. Делаем несколько оборотов, то есть иголочкой прочищаем жиклер и поворачиваем в положение от плитки. Далее, запорный клапан. Нам сначала нужно открыть его на четверть оборота, как здесь указано. При этом открывается чуть-чуть подачи топлива и небольшой аэропорт, забор воздуха сверху бачка. Получается эффект карбюратора. Это сделано для того, чтобы облегчить пуск в начальном этапе. Так. Прекрасно, даже почти неплохая. И дальше уже откручиваем его до конца. Все, работает, горит. Прекрасно горит, просто пламя не видно. Меньше, больше. Прекрасно регулируется. Слушайте, ребята, ну вообще сказка. Очень быстрый пуск. Очень легкий, я бы сказал. Никаких проблем не вижу. Вот она. Чем мне нравятся Примус и Калибан, что они достаточно устойчиво горят, хорошо переносят ветреную погоду и не боятся даже вот таких вот колебаний каких-то. В общем, именно по этой причине я вернулся к Калиману. Все. Хотим закрыть, просто вращаем, закрываем краник. Запорный винтель. И ждем, пока остановится. Не, ну слушайте, просто песня. Он запускается даже еще мягче и проще, чем 533-й. Мне пока очень все нравится. На этом все.